Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия на канале Nido One. Сегодня я хочу о ней рассказать о... Заткнись, собака! Как вы уже заметили, я в рабочей форме, так что что-то будем делать в машине. А что, я вам сейчас расскажу. Мы будем снимать бампер, мы будем снимать противотуманные фары, потому что они выглядят вообще просто ужасно. Я хочу их восстановить. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужно снять бампер. Нужно отрудить 4 болта всего лишь. А как снять бампер, я вам сейчас все это покажу и расскажу. Нам нужно открутить 2 болта по бокам автомобиля и по днищу открутить и снять клипсы, которые там установлены. Отодвигаете вот эту точку вот здесь и снимаете шуруп 1. Сейчас я вам это покажу, как делать. Я уже снял все клипсы, я вам покажу, где они находятся. Вот видите, вот эти вот дырочки, это вот так все прижато должно быть. Соответственно, все клипсы снимаются. И вот здесь 3 шурупа. Также с этой стороны мы отодвигаем и откручиваем шуруп. Ну что, погнали. Ну что, ребят, как вы видите, уже бампер снят. Прикольно, да, выглядит машинка без бампера. Кстати, летом я, наверное, тоже буду снимать и промою все, потому что очень грязно. Сейчас морозно на улице, так что я мыть ничего не буду. Прикольно, замотал я противотуманные, чтобы туда ни влага, ничего не попало. Я не знал, что тут сигнал есть. Так прикольно смотрится. Ну вот, ребят, хотите посмотреть, как у меня получилось? Они были, помните, я откручивал в ужасном состоянии. А сейчас под лаком они отлично. Ну, конечно, есть пыль. У меня нет помещения, где попасть. Ну ничего, это лучше, чем было. И светить на свет, я думаю, так сильно не будет влиять. Как это, так и это. Теперь мы откручиваем обратно эти 2 болтика. И тупо вставляем, закручиваем и идем обратно ставить бампер. Теперь осталось сделать самое сложное. Поставить этот бампер, выровнять все пазы, чтобы не было нигде расхождений. Подключить все и можно ехать дальше. В принципе, ничего сложного нет. Зато теперь у меня как новенький противотуманный фар. Ну что, друзья, я сделал, и очень круто смотрится, прям как новые светят. Просто давно такого не было. Смотрите, как новенький. Вообще огонь. Ну, в принципе, круто. Очень круто. Мне на это потребовалось 2,5 часа снять, поставить и сутки, чтобы высохла противотуманка нормально. Ребят, ну вот он итог. Я сделал противотуманки. Смотрите, как светит. Вообще огонь. Просто огонь светит. Блин, что было до и что сейчас, это вообще огонь. Да. Теперь свет намного лучше стал. Все. Спокойной ночи, девочки.